Добрый день, дорогие читатели! В жизни каждого человека однажды наступает ответственный момент – выбор профессии. Тысячи вопросов возникают у молодежи, какую профессию выбрать, куда поступить, как рассчитать свои силы и многие-многие другие. Выбрать профессию приходится в юные годы. Часто необдуманное решение приводит в дальнейшем к разочарованию. Чтобы такого не произошло, к выбору профессии нужно подходить осознанно, потому что в него будет вкладываться много сил и времени. Это фундамент взрослой жизни. Очень важно, чтобы способности и черты характера соответствовали избранному пути, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе. О профессии начинаешь задумываться еще в подростковом возрасте. Самое главное для подростка – найти свое место в жизни, осознать, кем он хочет быть. В мире существует более 50 тысяч профессий. Как найти свою, на что ориентироваться, а человека все более требуется высокий профессионализм, готовность быстро приспосабливаться к современной жизни. Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию. О том человеке говорят, что он на своем месте или у него золотые руки. В наше время золотая мечта юношей и девушек – это престижная профессия, популярная и востребованная, приносящая хороший доход. Чтобы выбрать подходящую профессию себе, о множестве профессий нужно знать. Для этого в библиотеке оформлена книжная выставка «В мире профессий». На выставке подобрана соответствующая литература для подросткового возраста. Наши книги расскажут об особенностях разных профессий, какие бывают учебные заведения и еще о многом интересном.